Задержан подозреваемый заказчик убийства Виталия Олешко, который известен под позывным «Сармат». Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил замглавы нацполиции Вячеслав Броськин. По его информации, это 38-летний мужчина, который сразу после убийства «Сармата» 31 июля выехал с семьей в Крым. Но посчитав, что шумиха вокруг убийства улеглась, вернулся на родину, где его и арестовали.